ради 25 минут. Мы сидим 3 часа. Две серии будем смотреть. Нет? Турет чат. Две крысы чат называется. Хотя можно перемотать? Нет. Ладно, надо перемотать. Ребята, что... Мы в Майнкрафте. Я в кубе. Я в кубе. Да, блядь, успокойся ты. Фотка в туннеле аквапарка в темном. Ну, слушай, фотки две женщины в купальниках радостные съезжают с горки. И дети такие: мама, я хочу туда. Ну, как бы... Крабики. Это физически нереально сделать. Все, что они хотят... Ну, ты понимаешь, что ты испортила съемку. Как может заинтересовать детей взрослая женщина на в открытом купальнике, да, скатывающейся по горке? Реклама аквапарка для детей. Четвертый спасибо. Выпуск, все еще сиси-писи. Смотрим. Ну так, наверное, все равно надо это будет узнать потом. Мы даже не можем посмотреть, есть ли кто-то на стриме, ты понимаешь? Машечка, что такая неухоженная пришла к нам? Иди нахуй. Я вам скажу, нет, но у тебя большие шансы там во втором проекте, в следующем каком-нибудь еще, да? Да плагин специальный. У тебя что-то есть, какой? Нужно выработать какую-то свою линию, Турет чат. Да, да. Две крысы чат называется. Чего хотим? Все, ладно, напишите лучше, как нормальный звук и все такое. Заниматься профессией, которая меня не обременяет. И получать от нее удовольствие. Не, вот это я худющая. Я хотела уйти со сцены. Все. А, нет. Швабра. Ну реально, ну вот любой из них так может писать. Смотрим. О-о-о, побежали. Я уже не могу. Я так устала, мы просто 3 часа вот это все делали, потому что мы поменяли камеру. И такая ебала, потому что... У меня даже нет слов просто. Короче, они бегают, как... Я недавно увидела видос, знаешь, какой? 2 hours later. Короче, о чем это я? Да в пизду, бля, я даже да рассказывать не буду. Ну все, да, не дорассказывай. А там интересно было. Ну они вот неадекватно. Короче, они вот как эти бабки друг друга месяц. Вот, смотри, закрылась в комнате и не пускает. Моя хата! Так я здесь буду жить. Да, я буду здесь жить. Слушай, а потом, знаешь, через 5 минут съемочная группа, выходите. Она такая, нет, не разрешили. Я подписала контракт, я должна отснять все, что должна. Это будет слышно только. О! Они сейчас отпиздят ее! Они ее выгнали. Жесть! Буллеры! Вот эти буллеры! Вот такие! А че она трендит? Вообще, слышишь что-то? Не слышно, нихуя. Ты что так делаешь? Делаю громче, мне ничего не слышно. Ничего не говорит важного. Пополам. А, это из Дома 2. Девчонка белобрысая. Блин, человек смотрит он еще? Можно посмотреть? Я не знаю. Я не могу посмотреть. Ссылку на донат. В шапке профиля.
Ребята, донатим, чтобы мы новую камеру купили. Чего? Чего, блядь? Курсы английского в Балашихе. Чего, блядь? А это мать ребенка, я помню. А, там... Простите. Там закончилось на том, что им сказали, у вас есть 10 минут. А, и какое-то испытание будет прямо сейчас. И что там будет? Не хочу быть в квадрате. Что ты тут ржёшься? Звук с нашего стрима. Чавкает, хуявкает, блядь. Я перезаписывать это не буду. Да, блядь, успокойся ты. А, если что, вот такая вот. Я не такая, я вот такая. Мы перезаписываем его? Нет. Это ты. Что мне? Что-то, сколько прошло? 6 минут из 25 ни они хера не хера. Делают ничего. Я подумала, у нас костыляли. Вы знаете, какое я чувствую? Что они насмотрелись топ-модель по-украински или по-русски? Я просто не помню, как по-русски. Или там по-американски? По-русски, о, нет, я смотрела этот подиум, там, где одежду шьют, да? И там что же их так завозят? Типа в отеле они каком-то живут все это время. И тоже они заходят, и они такие, типа, там, моя кровать, вот это у нас такая кухня. Да, да. Только там, ну, не сказать, что там прям супер какие-то условия, да? Ну, я имею в виду прям неземные, да? То есть хорошие, обычные, ну, лучше, чем вот эти, понятно. И они как будто этого пересмотрели, и не знаю, заходят в обычный отель, где вот ты знаешь, вот как дети на соревнованиях ездят, да, да, в детстве, да, на спортивные, и вот эти вот койки, вот это вот все, кухня какая-то вонючая, и они такие, как классно, вот знаешь, ему надо отыгрывать это. Боже, не могу. И вообще еще непонятно, что они там говорят, что там вообще. Потому что ни у кого из них нет микрофона. Вот просто набор звуков, реально, да, набор звуков. Если вы думаете, что вам ничего не слышно, вам тоже ничего не слышно. Так, ладно, куда-то идут. Смотри, куда-то идут. Да все, они все еще куда-то идут. О, смотри, как она присаживается, смотри. То есть, типа, не нагинается, а так, как обычно, в реальной жизни бы нагнулась. Анка. Может, трусы их покажете или что? Ну, что пожалуйста, пожалуйста, покажите. И какая-то музычка еще такая. Ту-ту-ту. Сейчас спать можно. 10 минут из 25 не произошло ничего. Ой, блин, жесть. Поэтому вот такое приятное задание, которое, я думаю, вам будет в кайф. Ирина, что мне было делать? Мне надо было свалиться, прибежать к тебе. Смотрите, далее. Сейчас реклама. Лебяжи. Смотри, резинку у этой. У мамки взял. Мамку резинки взял. Не, уже не за грань. Вот за грань. Новое задание. Вы находитесь сейчас со мной в аквапарке. Наша задача очень интересная. В каждой из горок встроена фотокамера. Вы будете с ней как-то креативно съезжать. Вот. И фотокамера будет, соответственно, я проходил мимо, и такие, скажите, пожалуйста, пару этих слов. С большими горящими глазами, не знаю, чем еще. Вот. Красивые кадры, да? Для того, чтобы дети захотели прийти, как и вы сегодня. Поэтому вот такое приятное задание, съезжают, будто крогат. Оп! И такие, и дети, хочу туда. Мама, роди меня обратно. Все реклама. А ты следующую серию включила? Почему нет? Это же... Она так долго просто идет. Номерки всем купили.
ну, вот эти номерки. К сожалению, у нас есть еще одна грустная новость. Мы прощаемся с еще одной участницей. Ты пришла последняя. Устала, я реально долго. Настя, все хорошо. Я тебя слова опять раз, ты слышала. И что мне было делать? Мне надо было свою личность прибежать к тебе. Что за бред? Почему они... Еще одну, то есть да, там кого-то выпили, да, кто-то опоздал. Так, потому что та опоздала... А куда она последняя пришла? Тоже в бассейн, видимо, переодевалась долго. Что за бред? А это типа повод выгонять? У них какой-то регламент, видимо, даже по непонятно, людям? Даже непонятно откуда. Так я больше верю вот этой девчонке, которая просто... Я тебя звала пять раз. О, что мне надо было сделать? Прибежать? Ну да, ты организатор. Наверное, у нее какие-то вопросы появились. А смысл выгонять девчонку за то, что бред какой-то? Так тут вот смотри. И такая музыка, главное, ничего не произошло. И музыка тут, тут, тут. А девчонка красивая. А какая она там была? Мне надо было свою лицу прибежать к тебе. О, типа. И все. Я вместе с девчонками все время всегда успевала, я никогда не опаздывала. Настя, я все понимаю, но это проект, ну что я могу сделать? Я сказала 5 минут. Вы не серьезно, потом мне бросится со всем словам. Ангелина, вот я, может, здесь смеюсь, но я всегда серьезно к этому отношусь. Я ни разу тебя не подводила. Я сейчас покажу. Ни разу, а что у них произошло? О, я сейчас покажу. Тут, тут, за 15 минут. Просто трагедию из того, что она опоздала 5 минут. Какой бред. Ладно, давай. Тут, тут. Ой, бля, не могу. Так, ага. И что? Ага, не открывается, под наверное. Подмышку показали. Что, все, ее вернули? Ну, наверное, не открывался шкафчик, и она типа... Наша кучка меня молча взяли за руки, молча выставили вперед. И просто вот как снег на голову мне сказали... Ну, здрасте, Настя, до свидания. Ну, вот, все, ты выходишь. Что никто не стал разбираться, почему. Ну, типа, дедлайн, все, финиш, время вышло. Но по факту, если бы это была моя реальная вина, если бы я пошла чистить зубы там, сидела на туалете очень долго, не знаю, мыть голову шампунем, там, не знаю, или повыбирать, какой купальник мне одеть из 10. Не надо это пришахнуть. Тогда это была бы моя вина. Справедливый? Ну, это моя подруга вообще. Ну да, потому что изначально все предупредили, что... Ой, такая крыса! Это сиськами. Какая сиська? Сиськами, которая такая сиська, которая помирилась типа с этой подругой. Она такая, ну да, значит, моя подруга. Не, ну считаешь, что правильно, да, его выгнали. Проекта этого. Такая крыса, да, типа. Но если бы она опоздала, она бы тоже так сидела и говорила, а что меня выгоняют, а что это так? Я думаю, кто это? Да, вот, она сейчас еще стала в такую позу, такая. Да, вот. Ее любимая поза, типа. Да, флешбеки из Вьетнама. Это было сказано всем. Подружка ее, да? Ну, просто я знаю Настю, я знаю, что Настя, значит, медленно все равно собиралась. Реальная подружка! Крыса! Ой, крыса! Дала на 3 минуты, а проблема шкафчиком решается за минуту. Переложить вещи и закрыть. Какая проблема тут? Дорогие друзья, вы можете поддержать меня в возвращении в проекте, отправив смс с номером 10 на номер 5742. Что за бред? Что за это собирание на это на лечение? Ну, достойно ли участие вернуться в проект номер 10? Да, нет. Стоимость сообщения на номер 5742 составляет 1,3 рубля для абонентов Welcome, МТС 1,04 рубля, для Life 1,77 рубля. С Life невыгодно. Цена указана с учетом НДС 25%. Подробное правило на сайте РУ-ТВБ. Это они так бабки собирают, так выклянчивают деньги? Так это бред, 25 минут. То есть они из ничего сделали трагедию, выгнали ее, просто так раскрутили, чтобы потом собрать бабки. А на что? Да просто себе бабки в карман, типа, на что? Это им бабки идут или просто это как бы... Ну они процент какой-то берут. МТС типа берет, ну, типа, ну процент, короче, я так понимаю. Да, давай, смотри, что там дальше будет, я уже не могу. СМС номером 10 на номер 5742. Это как будто уже не первый раз им повторяет, она такая, понятно. Это, блин, это что там, пчелки,
клёво было, это просто нереально. Столпились все вместе, говорили, нет, я не поеду, нет, я не поеду. Как маленькие девочки просто, хотя им уже, блин, за 20 лет. Сидит, сказала, сидит в костюме этого Стича. Как маленькие девочки. Ай, я согласна. Вот это, блядь, как бы страх. Когда меня отправляют на горку... Голуброшка ему ставили? Ну, на руке трубе, это максимум. Вот, поистине фоткает, а может вместе, ты падаешь в темноту. А где, кто что фоткает? А где камеры стоят? Он сказал, что где-то камеры стоят. Это просто лицо. Бля, у кого есть вообще получится хорошая фотка? Серьезно. Фотка в туннеле аквапарка. В темном. Ну, слушай, если бы там нормально выставили камеры, ну, то есть, если бы это предназначено для этого. Подожди, а где они их фоткать будут? Я не понимаю, где камера стоит. Где это GoPro? Что за бред? А как надо вот так вот фоткаться? Я не понимаю ничего. Сиськи давай. Да-да-да. Не знаю, я, короче, меня развернула на камеру. И я на самом деле очень переживаю по этому поводу, потому что... Ну, блин, девочки как-то говорят, что типа вот, они хоть и не получились, но они хотя бы, я не знаю, лицом оказались. У меня ощущение, что ее снимали не операторы, а им просто сказали, йоу, снимите, что вы думаете, и она у себя на iPhone нормально сняла, типа, потому что очень хороший звук, очень хорошая картинка, и мне кажется, что она просто на свой айфончик сняла, типа, и поэтому нормально. Мне кажется, что они настолько непрофессиональные и тупые, что вот это реально они под съемы такие делают. Мне слишком хорошо для них, типа, такой подсъем. А меня ровно на повороте разворачивало, и я не знаю, получилось. А где камеры? Кадры, потому что вы видели камеры, ребят? Так, что мне пришлось как-то прогибаться. Так они сами не знают, где камеры. Фоткаться, ну, а, может, вон камера, сверху, типа, висит. Как машины, когда фоткают, типа, номера у машин фоткают, когда ты превышаешь скорость, да? Да, себе история. То есть такой бред тоже, опять же... Как бы там ж любой может сфоткаться. То есть это ж аквапарка камера. Ну, да, точно. У меня знакомые... Ты думаешь, это аквапарка? Да, да, у меня камера? Знакомые ездили туда, и у них есть фотки с аквапарка, где они тоже на такой тубе, типа, это типа... То есть это камера аквапарка, а не их камера. То есть это не они туда ее там устанавливают, чтобы это сделать. Там какое качество? Классное. Да? Да. То есть, ну, типа, хорошее качество. Ну, я думаю, мы увидим эти фотографии. Только мне казалось, что там, вот, ну, у знакомых фотки, когда они уже там вылетают, то есть как-то издалека тебя фоткают, а не как-то сверху. Странно. Ну, короче, сейчас посмотрим. Мне кажется, они такие постановки, что даже фотки не покажут. Я думаю, в следующей серии фотки покажут. Это было круто. Любимка наша. Эти девки тут покатаются, такие, в кайф. Ужасная просто качество. Эти селедки такие вот помотались. О, реклама? А такая, ща на регаю. А, нет. Мы сказали, пройдитесь. Идут. Всем стадом. Просто 25 минут, ничего не произошло за это время, ничего. А как они эту потерику показывали? 25 минут просто? Жопа голая? Мотни возьму, мне нужно мотниться. Мне кажется, от такого этого просто... То есть сюда им хватило бабок камеру купить, чтобы под водой снять? Ну, так это же GoPro просто. Они просто руки у кого-то сняли, это GoPro. А смысл тоже по двоим садиться в эту ватрушку? Типа не задание, ничего, просто съездитесь и сфоткайтесь. Какое задание, непонятно. Улыбнитесь. Чтобы детям... чтобы дети захотели...
Как вообще априори может быть какая реклама, где снимаются полуголые, да блин, почти голые женщины, типа немножко прикрывают сисечки-писечки. А полуголые типа... почти голые, вот где разница? Вот ну, типа полуголые, приведи это типа пример. Полуголые, это ну вот как в шортах типа и топе, ага. Полуголые. А если голые? Почти, вот прям почти голые, это вот ты уже в купальнике. Ты уже, а я думала, вот чуть это клеистик тут? Нет, ну это уже легкая эротика. А, ну короче, мы это уточнили. Как типа это может вообще привлечь детей, когда, ну то есть на фотке две женщины в купальниках радостные съезжают с горки, и дети такие: «Мам, я хочу туда». Я типа вообще так? Не знаю, как это должно работать. О, жрут в Макдональдсе. Не, не Макдональдсе. Макдональдсе? Да. Нет? Рафальская толстая. Засирают девчонку. Где сидят крысы? Где? Кто там? Ну, они такие говорят, рафальская толстая. Так рафальская не знаю. Может, так, которая толстая? Еще один день. Может, организаторша? Офис. Да не, я не помню. Трудовые будни, модели, как видите. Блин, шавушка. Энергозатраты. Трудовой день модели. Там все, любой может фотографию салат, сделать. Салат, газированная вода. А это муляж. Аж говорит. Они так смущаются, реально, просто чел ходит. Блин, а прикинь, как стрёмно выглядит этот чел. Такой: покажите, что вы тут кушаете. Покажите мне, что вы тут кушаете. Ужасно. Но самое неприятное, когда снимают, когда ты ешь. Я всегда снимаю, когда ты ешь. Ну, я ем? Да. Ну, красиво я ем? Да, у меня столько фото, где ты ешь. Как вообще. Ну, ладно. Я же привыкла, видишь. Блин, хочется вот этой картошки теперь, вот это вот... О-о-о! Скрытая съемка, дом 2. Хочется домой спать. Блядь. Я точно нет. Это была, возможно, одна из самых фейловых фотографий. Да, я согласна, знаю. Я в детстве чуть не утонула, поэтому у меня еще и травма какая-то психологическая. Я не люблю горки, я не люблю никакие ныряния, все это остальное. Ну, не люблю вот такие движухи, честно. Еще ехать на кругу. А посадили меня еще с Эвой, которая точно так же боится. И мы такие же панические эти атаки. В аквапарке не было. Я помню, что в топ-модели по-американски, когда такие штуки были, типа... Когда там у девчонки боязнь, например, там, ну, стандартная это фотосессия под водой, типа, да, в какой-нибудь колбе. И когда они вот они боятся, там с ними приходят, разговаривают, типа, говорят, это не страшно, давай сделаем то, давай все, давай попробуем, окей, ты боишься, ну, давай ты на воде побудешь, типа, там, попробуешь сделать какую-то крутую фотку на воде, типа, еще круче. Короче, сидят, трындят, типа, с каждой, и выводят, и потом фотографируют. И это интересно наблюдать, смотреть. Здесь... Ебашьте с горки. Интересно, сколько они раз проехались? Один? Не, ну нет. Ну они там, там столько этих нарезок было, где они просто сидели такие... Это же разные девчонки, их там сколько... А смысл тогда реально, если они не один раз проезжают? То есть сколько у них... Да, кстати, сколько фотографий они могут сделать? Потому что тоже, я помню, в топ-модели по-американски вы можете сделать столько-то фоток, типа. Или там, ну... Да-да. Врубай, я не могу. Я даже ничего сказать. Потому что я боюсь... Высоты, точнее, не высоты, а боюсь упасть. Вот, боюсь темноты, а там было все вместе, ты падаешь в темноту. Я безумно, безудержно, я боюсь воды. Но я не боюсь воды, я боюсь глубины, я боюсь неизведанных водоемах, неизведанных горок, высоты. Это ад, сущий ад, потому что... Ты же как-то со стороны выглядишь, когда я тебе что-то предлагаю, ты такая... Я боюсь вот этой высоты, вот этих неизведанных горок. Да, я говорю, это здание, где дети там вот тоже купают. Вот этих неизведанных горок я боюсь. Глубины. Да. Ты блядь, кругу. Да. Какого кругу? Вот, друзей. Крыс только я. Кругу друзей. Вот видишь, всегда вспоминаю вот это лицо, когда ты мне отказываешь в чем-то.
Окей. Ну, мне реально безумно страшно. И когда меня отправляют на горку... Шоколадный шоколад. И вот самое смешное, что когда там... в этой я горке видишь, хочу. Как бы все как бы освещено, а потом просто такая пропасть и черная дыра. Так вот Лева, которая сидела впереди, она увидела эту пропасть раньше, и она просто всеми конечностями, когтями цеплялась за стену. Вот это была бы я. Только не упасть в эту бездну. Да. В итоге просто смирилась, сложила ручки и сказала: вот. И еще вода, это я не умею плавать, все было очень страшно. Я понятия не имела, где находится камера, и поэтому я... Спрашиваю. Топ-модель по-белорусски. Я понятия не имела, где находится камера. А она в трусиках. В трусиках находилась. Вот тут где-то. Знаешь, на кругу, где они вот так сидят. Знаешь, на кругу там, где они вот так сидят. И вот тут камера была. И тут сразу, чтобы вот так их снимать. Жесть. А потом они на порнхабе свои видосы. Нет, ну реально, ищут. Типа, если она не знала, где камера, я думаю, никто не знал, где камера. Вот 20 раз поспрашивала, в общем, я не знаю, какие там получатся фотографии. Наверное, отвратить. Она спрашивала. А, ты смотрите, как им сказали. Едьте. Камеры там есть. Да, всё, и такие... типа, и они целую вот эту дорожку. Ну, я верю ей, что конечно, она спрашивала 20 конечно. Раз, и ей не сказали. А, мне было очень страшно. Вот. Ты следующая на выгон. Ну, вот ты, та. Паспорт, Эва? Таня, потому да. Что меня так она же Джойловна. Марина, и как бы это... Такое вот, то есть, ну, я сорвала себе волосы на этой горке. А ехать одной, это уже не подавно. Я там тормозила и ногами, и руками, и что-то там делала. Ну, в общем, ужасная у меня фотография, очень отвратительная, прям, фу. Ну, я думаю, что самый кошмар у нас целый мог быть. Я уже так хочу посмотреть на эти фотографии. Я тоже. Меня же так душнит, что они говорят сейчас. Что-то болтается у меня там. Фэшн-фото было. Я уже начала есть просто от того, что уже... Мы вообще не видели, естественно, никаких камер, потому что это был ор выше гор, и все. И там никакие камеры, не сдохнуть бы в этой трубе, это максимум было. Так они в трубе камеры были. Типа, как их можно вообще увидеть в этой трубе? Да не в трубе они. В следующей серии. Да, в следующей серии. Очень интересно. Все, конец этой серии. 25 минут ни о чем. Все, сразу, без лишних слов, врубаем следующую. Подожди. Так вон, там есть. Подожди, кстати, как будто организаторы проекта вообще не знают, что такое моделинг и модельная внешность. Пусть белорусы посмотрят хотя бы в сторону топ-модели по-украински. Ну, я не знаю, стоит такое, наверное, выкладывать, снимать ни монтажа, ни шоу, ни уроков. Подожди, надо вырубать. Ни уроков у девочек, ничего. В каком веке живет Беларусь? 5 лет назад. Ну да, 3 года назад. Угу. Год назад. Обожаю смотреть такие шоу, но не в этот раз. Когда даже нечего. Полный провал. Начинает жюри. Освещение, монтажа, задумки. У меня нет слов. Ведь могу жить хорошо. Просто ужас. Поддерживаю. О, фэт-шейминг подъехал. С каких пор модели жрут фастфуд? К тому же с такими телосложениями. Мда. Чувак не знает, что про моделинг. Видимо. Это юзер MS6, MD6, SV5i. Мы тебе должно мы быть... тебя найдем, мы да, тебя найдем. Да, тебе должно быть стыдно. Не знаю, что вы там пишете, мне шоу очень понравилось, увлекательно, болею за Саню, очень красиво, жду новых серий. Ты подружка. Написала 100%. Это Софи какой-то Бэй. Пиздец, очень стыдно, что в нашей стране снимают такую дешевую жесть. Девочки с Дома 2, вы серьезно, позор. А вообще, вообще третий выпуск можно просто промотать. Под пивко зайдет. Я вообще обожаю. А, они на телефон снимали. Так, это херня. А, кстати, вот даже эксперты имеют внешнее сходство. Про то, что слезали топ-модель по-украински. Мне тоже вот говорили, что очень похожи они. Типа жюри. Что, типа, там тоже, видимо, два нет. Мужика и женщины, что-то похоже. Давайте, подождите. Что? Я просто хочу... Загуглить? Я хочу показать тебе... Ну вот смотри, этот, короче, с причесончиком, типа, да, который... Ну, ты поняла, самый правый? О, боже мой, куда оно все пропало? Да, так косят, смотри, ну реально. Ты что косят? Ну ты посмотри, сравни ну, вот этого. Так посмотри, как он, вот этот чувак, он здоровый ну, и красивый. Да, ну типа... Ну, этот чувак какой-то... Ну ты имеешь внешне? Внешне они косят или что?
Ну, типа, да. Ну, в смысле, что вот у этого такая стрижка, а это, у этого тоже такая стрижка, да? Ну, чувиха вот эта рыжая, ну, может, под эту посередину косит, которая... Слушай, если ты бы видела, как они реально, ну, как бы, ведут программу, и какие они там сами себя специалисты шоумены, это такое, типа... Блин, на самом деле, я не смотрела там модель по-украински, что-то я как-то не дошла. Надо посмотреть, ставьте 5 лайков, и мы тогда... 5! И тогда мы посмотрим... Ставки понижены! 5 лайков! И тогда мы посмотрим топ-модель по-украински. 5 лайков! И мы даже их не наберем, но мы все равно посмотрим. Вот это девушка-фотограф, этот директор, по-моему, модельного, ну, типа, как-то, модельной этой хуйни. Дома, не знаю. Ну, нет, ну, типа, как кастинг-директор, вот она модель, а это какой-то просто чувак, там, шоумен или это поля. Так что они там, вот это вот все, да? Мне тяжело, мне очень тяжело, если честно. 4-й выпуск. Час идет. Такого хера вы не разрезали. Просто 3-й выпуск наполовину. Ну, бля, ну что за бред? Блин, это было очень неожиданно. Если бы мы, может, 10 раз посажались с этой горки, мы бы поняли, типа, сейчас, а сколько? Тут заносит. Вот здесь нужно там аккуратнее. Мне кажется, они там по фану чисто были. Ой, в аквапарке мне вообще очень понравилось, я там была не первый раз, я раньше уже была, ну, первое это нас посадили на... Проверку какую-то? Как правильно называется? Ну, такие, смотрим до упора, 24 часа смотрим топ-модель по-белорусски. Мы должны были первый раз съехать с горки и сделать... А, две девочки ехали вместе, нам одевали GoPro, и мы должны были показать эмоции. Так, они пока засирают какую-то одну. Звук хороший. Потому что она, не зная меня, начинается от, ну, как бы... Крабики. Я интереснее танцую, чем это шоу. Сиськи, нам нужны сиськи. Как это сказать? Да, потому что сиськи. Это сущий ад. Сущий ад. Пару часов назад осознала, что я ни разу не видела Сашу без макияжа. Я не знаю, как она выглядит без... Я вас никому не знаю. Какую Сашу? Вероника мне давно уже очень нравилась. Они подразумевают, что мы к этому времени должны запомнить их имена. Я вообще, я как будто первый раз вижу этих девчонок. При учете, что монтировала эти короткие видео, типа, и я 10 тысяч раз смотрела уже все это, и я уже видела их лица, наверное, миллион раз, типа, и я вообще не знаю, как их зовут. Никого. Так это, боже, ну конечно. Что думаешь, с первого раза запомнишь? Блин, мне вот интересно, да, какой промежуток временной, ну, как бы, со съемок этого видео, то есть как, от момента, когда они заселились, и вот эти съемки. То есть, может, ты не знаешь, пожили с друг другом день? Такая двуличная, конечно, она. Или потом, ты что там еще говорила? Ну, поступки за ней, конечно, такие. Я так хочется, что с тобой тарелку просто не убрала, и она такая, ну, вот, человек с гнильцом. Хотелось говорить, но это было. Я думала, они про эту говорят, что она какая-то быдлосина. Там стоит в углу чувак с телефоном, он так снимает. На стуле, на табуретке такой, типа. Не обращайте на меня внимания, меня здесь нету. Может, в чат рулетку просто пойдем? Реально. Интереснее будет. Я думаю, что мы через минут 20 вообще отчаемся и реально зайдем в чат рулетку. Что мы зря камеру ставили. Ну, тогда хрень идет час на всем. Девочек не вижу в проекте, В каком проекте? Ничего не происходит. Бля, здесь пугалась. О, кричит, орёт. А, потому что он не может сейчас запрыгнуть на шкаф. Типа, там мешает дверка. Убегла. Ой, я сейчас коты начну носиться. Ой, господи, спасибо. Вот. А, это который правду говорит.
Спасибо. А кто это? Я хочу услышать тебя, но только после тебя. Отличие этого от дома 2 как минимум в том, что в доме 2 у всех были петлички. Да, и да. Было слышно, даже если кто-то не говорит. В кровати шушукается, да, типа, да. Реально. И там был уже звук такой. Да, все слышно было. Здесь чел-то трындит из другого конца. Здесь просто это чел, который на табуретке стоит такой, громче не слышно. О, подождите, тут что-то интересное. Криминал подъехал. Тихо. Так. Я хочу услышать тебя. Но так просто проблем должны быть все остальные тоже. И у нас уже разные наши пары на тусовку. Меня именно. Потому что сказала, что там какой-то дяденька дает айфоны бесплатно. Чисто так, ну, без... Ну, Саша взяла на себя роль... Блин, обрезали! Обрезали про айфоны! А зачем они вообще тогда это вставляли? Что-то про какую-то тусовку, где раздавали айфон. И может так заманили туда, заманили в этот подвал, короче. Типа, мы раздаем айфоны, приходите. Ты приходишь и такие, а вы не хотите стать моделью, чтобы фоткаться на новый айфон? Я такая, ну ладно, может быть. И потом подвал. Ты на таблетку уже заходишь или что? Что это было? Она такая просто три минуты назад. Ну я хочу правду слышать от тебя. Я хочу услышать от тебя правду. Айфоны, так, рассказывай про айфоны. Так, просто обрезка, да. Так это даже не обрезка, смотри, она сейчас встанет просто и пойдет обольет девку. Смотри, такая встает, идет. Это вот тут? Смотри, идет и такая сейчас. Реал. Что за бред? Такого, скажем. Yes, им надо подписывать, типа, там вот Саша и стрелочка. Айфоны, да. Саша взяла на себя. Что лохудра, надо было сначала открутить, типа попить хочешь, издалека шпулять. Да. А не, она подошла к ней, перед ней начала откручивать, понятно, она просекла, в чем дело. Как это вообще? Такого, скажем, деспота, да, ну пусть это так разучит. Опа! И всех! Ой. На! Блин, она так классно зашпульнула вниз, смотри, такая. На! Красотка. Все стены. Бля, и организаторы такие, бля, платить за номер, за уборку, типа. А что она сказала, что она пошла ее обливать? Да непонятно, не все обрезали. Кефир, сопли, крики, волосы. Просто безудержное веселье, я не знаю, феерия доброты и... А с кем она дерется? С кем? Видимо, с той девчонкой, у которой написано было слухи на кофте. Я не помню. Как да ее поставили лишь вырезку, типа, что та чувиха, которая пришла и сказала судьям, я всегда все говорю. Нет, я про белую говорю, с короткой стрижкой. Это не важно. Поняли, что, ну, как бы девочки и шоу, это шоу, да, окей, но когда летит все вокруг... Это которая платье задрала, у которой на голове вот это была насадная штука? Нет, это которые... Мне сказали, подмышки зеленый цвет красить. Точно. Они сердечко нарисовали на полу. Ребята, ну это противозаконно. Это вообще в принципе... Так, это Мария Круг, надо запомнить. Причем, ну, не только Таранова, Саша, ну, то, что пострадала, была вовлечена в эту историю. В том числе и Катя Варакса. Ну, и я. Я в том числе. Это уже вцепились две волосы, ну как всегда, все женские. Покажите! Я не верю вам. Драться на кулаках никто не умеет, повытираем друг другу волосы. Делаем друг друга лысину. Такая музыка еще унылая. Как будто кто-то умер. Так, Александра Головач. А я считаю. Девочки-мышь, это была Александра она может быть очень красивая. Тут же мышь, которая просто вот умеет тявкать. Она это? Сначала рассказывала про то, как она ей на всех пофигу. Елизавета Дубовик. Вся прекрасная. А где звук? А потом, когда на нее начинает... ей это обрезали нахрен. Сидит и просто вот...
защищается как может. Кто это? Которая всегда Александра говорит Попкович. Которая всегда говорит так, правду. Это Александра Попкович, там какая-то... А кто на нее гнал? Александра Головак? Головач. Головач. Это типа две Саши. Прекрасно. Две Саши, да? Да. Я ничего не понимаю. Так, Мария Круг запомнила, это Попкович, окей. Так, Александра Белая, это тоже Александра. А до этого кто просто по кличкам. Елизавета какая-то. По кличкам. Ну, какие кликухи надо давать им? Ой, ты заколебаешь меня, родной. Все, он сел, все, смотри. Не, ну давай еще раз. А-а-а, села батарейка. Ой-ой-ой-ой-ой. Батарейка. Сейчас на нас ментов вызвала. О, да ты гений? Да. Ты компьютерный гений? Да, давай. Зыркать. Попкович включайте. Я запуталась. То, что вам нужно было в проекте. Вот это супермодель. Пожалуйста. Ой, это прям вот боль моя. С одной стороны, у меня такой горец во мне. Такая какая-то жалость, потому что она действительно... Нас везде показывают. Боем, да, в коллективе. Два человека. Просто... Привет. Как-то раз, снова привет. Не специально было. А возможно, она просто, даже невозможно, скорее всего, она сама это спровоцировала. А, типа, слишком много вопросов задаю. Это кто? Самое забавное, что там кто-то когда комментил, типа, ее, да, она говорит, вот это Попкович, она вообще противозаконные дела делает. И она такая, сейчас, наверное, слишком много вопросов задаю. Да, надо за нее болеть, короче. Но она не победит. Полюбасу еще выгонят сейчас. Скажет, так, ты съела сырок, не так, тот. Так вот, четыре человека. К нам зашли люди. К нам пришли люди! Все, смотрим, мы адекватные. Сказали, что перебиваю людей. Если бы была какая-нибудь пытка, знаешь, просто в этой белой комнате включали тебе вот это на мониторе и такие, смотри. Смотри. Короче, вся суть, что они нарезают так, что непонятно ничего. Да, и не пишите, пожалуйста, конфликта. В чат, что вы думаете. Не буду отрицать, не обращаю иногда на это внимание. Но я не специально, не со зла. Скажи, Лукаш, смотри на это подарок. На русском. Александра Головач покидает проект после конфликта с Александрой Попкович. Не прошло и 5 минут. Подожди, а Головач это не та, на которую налили кефир, это та белобрысая, да, которая лила кефир. То есть она сама устроила конфликт, она сама потявкала и сама такая, ладно, не получилось спровоцировать, я ухожу. Слушай, так может они там что-то рассказали такое, вот то, что не обрезали, они обрезали, типа, кто там за айфоны что делает? И она такая, ну все, пока. Я ухожу. Ну посмотрим, ты может это так, бред какой-то. Ничего не слышно. Ничего не слышно. Вставка. В любой непонятной ситуации. Делайте вставку. Я не знаю, как на польском. Солодуха. Сейчас смотри, какая их реакция будет. Они такие, кто это? Кто-то дед. Половина, я уверена, этих девок такие, кто это? А вот эти, сразу можно смотреть, кто постарше из них, потому что там же есть девушки, которым там по 27 лет, да? А кто помладше, которым там 18? Такие мужчины, вы кто? Он такой... Как вас сюда пустили? Девочки, раздеваемся. А кому айфончик? Кому айфончик? У нее кигуруми еще с этими, видишь? Без разрезов. Просто. Все знают песню только про виноград. Что-то коньячок под шашлычок вкусно очень, и там я что-то виноград. Ля-ля-ля. Единственная песня, которую я, наверное, шарила, и все, типа, ничего. Вот. У меня для вас несколько сюрпризов. Айфон. Я хотел бы вернуть вам ту девушку, да, которая покинула себя правильно. Александра!
Господь Иисус, это было минуту назад. Что он вернул? Он вернул девушку, которая покинула проект. Это было 30 секунд назад. Думаешь? Мы не успели его разволноваться, да, типа, да, да. Она уже вернулась. Непонятно из-за чего. А зачем тогда его вообще... Знаешь, что мне... короче, как будто они пытаются в ускоренном темпе это сделать. Знаешь, как обычно вот так уходят, потом как бы все такие... О, нет, она ушла, или... все жалеют об этом. И когда вот так приходят и начинают обниматься, потому что они начинают обниматься с подружаньками своими, типа, я вернулась, и они такие, ура! И они как-то в ускоренном это все делают, и ничего не понятно, зачем тогда вообще. Слушай, мне кажется, там, может, как ты говоришь, они хотят высосать конфликт из пальца. Они берут конфликт, но когда они уже начали это нарезать, они видят, что там столько сказано, или там, знаешь, какая-то эйки все режут, и ничего не понятно получается. Я не могу. Они спят вместе. Боже, сколько времени прошло с того момента, как она ушла? У него зубы так светятся, забавно. Венеры. Прикинь, когда он их поставил? Когда ему было лет 5. Он такой сразу превратился. Кто его клеит? Мне нравится, типа, знаешь, он как дед старый такой пришел, такой, так, девочки, сейчас вам расскажу, и такой, ну я вот служил, да, и вот врачом был, да, вы знали, кстати, я вот в таком-то году байки начинаю какие-то травить, чисто такой дедулькин, так знаешь. Ему, наверное, реально за 50. Да ему нахера, наверное, налить. То есть они ему как эти, как дети, внучки. Это внучки, наверное, уже, там кому-то 18 лет. А вот ей 18. Седина, ой, этот, лысина уже про этот просвечивается. Ему 64 года. Минус 5 лет. Ну вот 60 ему, значит, было, 59. Ну. Так они уже во внучке ему годятся. Да, внучке. Вот эта старуха его сидит, клеит это. Крашеная. Мне очень сильно помогает, много лет уже, наверное, 15. А что за медаль? Настольная книга «Внутренний тунь-шуй». Там есть аффирмации, это фразы самоопределения. Я Серега здоровье. Сидит, это угорает. Какая? Наша любимица. Он такой, аффирмации. Ты тралишь. Дед. А вот это делает вид, что интересно. А вот это прям неловкая такая вытянутая. Да, она такая, че она? Это такая штука. Что, ну, улыбка должна быть постоянно, да? Когда как бы ни было трудно тебе, как бы ни было сложно. Я думала, он себе... Я что-то обвязался. Ты такой держишь его. Как бы ни было трудно, Ивана. Да, но он прям типа такой... Бля, это очень смешно. Сидит реально, держит. Когда тебя спрашивают, как дела? Супер. Надо найти себя. Супер. А ты не видела эти нарезки, где он, типа, пьяный выходит на сцену? Нет. Я только Лепса видела. Ты вообще, типа, не шаришь про него, про Солодуха ничего. Вообще ничего, ноль. Там куча, он же, типа, такой, как бухающий чел. Там куча, я помню, видела видосов, где он, типа, да, где он, типа, просто пьяный выходит на сцену, там, набуханный, начинает всякую чушь нести про Солодуху. Да-да-да. Только любимым делом, а только тем делом, которые приносят ему кайф, радость. Деньги на втором месте. Так же и в личной жизни. Нужно идти до конца, пока ты не встретишь своего человека, который именно творческий. А когда что начнется, там как-то топ-модель, не знаю. Давай. Одна любовь, у кого-то их несколько в жизни, да. Ну, вы все без ума. Да. Ну вот, не сомневаюсь, талантливый. Я от себя выбрал лидера, да, и подарил ему именно этот компакт-диск.
мы просто такие посмотрели друг на друга, такие. Котик, ты что, лег на мой портфель? Мы аварийка. Я включила аварийку. Сядь. Сяду я в Беларуси только. Не смешно. В 2018 году, чувак. Свой компакт-диск. У кого из вас есть магнитола? Тихо, не смейся. Просто 2018 год, приходит какой-то дед, начинает травить эти байки, а потом лучший из вас, я подарю свой компакт-диск. А, да, 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 не могу. И девчонки такие, мне. А они все такие, компакт-диск. Ой, сука. Я хочу переслушать это. Лидера. Ладно, не все так отреагировали. Некоторые девки такие, типа, чё нахуй, как так? Что, Костя, ты же слишком много пишет. Ой, ещё за... А что это комнат? Что происходит? Смотри, улыбается. Знаешь, почему он так улыбается? Знаешь, почему он так улыбается? Потому что у него уже это пластика, у него просто все натянуто уже на лице. Типа он всегда улыбается. И он всегда улыбается. Он всегда такой. Аффирмация, аффирмация. О, я же говорю, в углу стоит. О, реально, че в углу стоит? Такой. Снимаем. Снимаю. Я снимала глаз всю ночь. И там да, стрим запускается. Реально, я говорю, реально, этот чувак стоит там в углу все время. Боже, бедный чел. Фу, так мерзко опять. Ну что, наверное, все-таки впервые в жизни я отдам пальму первенства сегодня. А зачем они встали? Они решили, что так лучше будет? Типа да. Впервые я дам пальму первенства. Этому человеку. Этому человеку. Типа. Она такая... Она такая, что мне делать с этим? Что это? Она такая, что это такое? Я в жизни такого не видела. Это знаешь, как детям сейчас такие... Дети такие, типа... Как там, ну знаешь, дают им как-то кнопочный телефон. Или да. Старый, который там да. Еще надо крутить это колесико. И они такие... Что и вот она точно так же, да. Уже же не могу. Ну, давай, попробуй. Потому что я готова, бежать. Он вот так полирует его, полирует. Это такие бла-бла-бла, потому что ты не знаешь текст. Пьяный, серьезно, нагашенный. Да 100%, я не сомневаюсь. Так чем так мерзко, типа, столько молодых девушек, какой-то старый человек. Это ты будешь монтировать, я не выдержу. Я не хочу нечего монтировать, у нас пол этого видоса падает камера. Давай намонтируем просто как падает камера. Как день прошел в аквапарке? Тимки сюда покажут. А мы скоро с профессиональной точки зрения оценим, как у вас это все получилось. Профессиональной точки зрения. К сожалению, либо к счастью, завтра кто-то из вас возьмет этот проект. А если там у всех не очень фотографии, все покинут? Все не покинут, одна из вас. Вот так. Ты. Туда встречи. Сейчас не все по фану это делают. Свободно. И можешь написать. А если кто эта женщина? Я могу. Кто эта женщина? Уже мы смотрим четвертый выпуск, я не понимаю. Она сделала это шоу. Кто да. Она такая? Я даже... И почему здесь не Джул Кравец? Где Джул Кравец? Где контент? Где да. Джул Кравец? Кто эта женщина? Мне почему? Нравится, типа, масштаб их съемок. Вот как у нас. Просто диванчик, шторки завесили. Так, так у нас даже лучше. Мы как-то хотя бы вон на фоне стены. Слезай, слезай, слезай.
камера. Вообще без комментариев. Ну слушай, свет. И даже не монтировали, наверное, не этот, не в фотошопе, а вот в фотошопе. Есть, конечно, некий креатив об этом. Ты считаешь, что справилась с заданием? Она просто как будто та девка, которая посмотрела все топ-модель. И она такая, я сниму свою шоу. И она такая, дома, считаешь, дома. Ты считаешь, Маш, ты считаешь, ты справилась с заданием? О, я не знаю, вы такая властная. Мэрис, Амара, властная. Только наш следующий кадр, где она с плеткой вот так стоит. На! Просто выбираю удар плетью. Да. Или ты вылетишь с проекта. Ладно, удар плетью. Да, я такая вот сюда. Это стало бы веселее смотреть. Креативно. Но она может стать рекламой по паспорту? Что за ужасное качество? Меня так раздражает, когда спрашивают тебе понравилось то, что ты сделал? Тогда я что сделал. Ну, ты считаешь, это хорошо? Нет, когда да, я считаю, это хорошо. Ты начинаешь сомневаться, типа, такой. И ты начинаешь автоматически думать, как человек думает. Он думает, что вот я сделал плохо. Слушай, меня каждый раз практически, когда спрашивали, я такая, типа... Да, хорошо. Ну, нет, когда меня спрашивают, я обычно такая, если вот так спрашивают меня, ты считаешь, ты хорошо сделал? И я такая, нет, типа, я сделала плохо. Вот так. Не знаю, мне кажется, знаешь, как больше поставят вопрос, типа, например, если это... Вот, типа, может ли это стать рекламой аквапарка, да, как вот ей это... Ну да, тут как будто, знаешь, ну, кто его знает, какие там запросы, как это работает, знаешь, она же не маркетолог, не пиарщик, mm-hmm. ничего, да, то есть, ну, наверное, да, я не знаю. Но когда ты что-то делаешь, не знаю, там, рисуешь или там строишь еще что-то, да, ты можешь сказать, да, мне нравится, но тут могло бы лучше быть, да, но не в плане, что, типа... Нет, говно. Так я же это сделал. Как это, ну, значит, я сделал так, как хотел. Вот я с такой знаю. Вот. Может, он думает, что признается, типа, что признает, что я херово сделала, они такие. Да, ты признаешь свои ошибки, ты остаешься. Вот так. Понимаешь, да? Это как там, Солодух сказал, это что? Аффирмация. 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 Модели в будущем. Готовиться к кадру заранее. Первый видос. Ваш любимый Александр Солодуха, жаркий мачо. 60 лет ему, напомню. Два сезона. Как у кошки. А почему так получилось? Я вообще очень эмоциональный человек, никто не знал, когда будет вспышка, и я готовилась заранее, у меня слежало просто все тело, и я вот просто в каком-то положении, когда у меня уже, знаете, я подготовила позу, но у меня уже тело съезжает, и я понимаю, что сейчас идет щелк, но у меня уже все расползается, и я просто физически не могу удержать это состояние, да? Ну, это то, что оставалось, наверное. Ну, вместе с тем, это была вторая попытка. Это лучшая фотография из того, что, в принципе, у тебя получилось. Поэтому ты понимаешь, то, что остальные... Еще хуже. Вот, или так. Поэтому, мы надеемся, это свои выводы дела, да? Ты свои выводы сделала? Мы тебе еще не сказали, ты свои выводы сделала. Свободно? Что, ее выгнали? Так, я сказала пропустили. Ей, можешь собирать чемодан, так, но я думала, она проходит. Так. Хорошо, ты можешь быть свободна и можешь собирать чемодан. Быть свободна и собирать свои вещи. Она так сказала, типа, мы тебя выгоняем. Она как будто бы даже не может сказать, она не может в глаза сказать, типа, мы тебя выгоняем. Так, мне кажется, ей насрать вообще, просто она говорит, можешь собирать чемодан, так я думала, что, типа, ты проходишь. Только она как бы так сказала с позитивным, как бы. Нет, ну, она ты сказала... Ты сделала свои выводы, и ты можешь собирать чемодан. Вот так. Нет, она сказала. Сказала, типа, ты свободна, и ты можешь собирать чемодан. Вот так, да? Она сказала, да, типа, ну смотри. Хорошо, ты можешь быть свободна, и можешь собирать чемодан. Ну, что это значит? А, ну ладно, не знаю. Собирать свои вещи. Это они тут раскрутили. Так а зачем мне собирать вещи, если они все живут на этой хате? Они, во-первых, они не просто, типа, не просто позвали их куда-то на какой-то выгон, где они просматривают фотографии. Опять же, топ-модель по-американски, да? Ну, конечно, планка завышена, да, мы все понимаем. Но там
студия, куда они все приходят, я про на это мониторе говорю, показывают фотографии, да. Они еще выбирают, показывают, как выбирают лучшие снимки. Потом они распечатывают фотографии и раздают, типа, всем, кто остался здесь. Приехали на хату к девкам, так, такие, что, пожрать что-нибудь есть, да? Ну, пойдемте там в комнатку свободную, да, сядем на диванчик. Что, по базаре обкашляем вопросик, да, ну, как бы. Так что, ее выгнали, подожди? Что? Пожалуйста. Она вообще ничего не поняла. Сидит такой. Ее только лахает. Ужас. А что произошло? Я вообще не понимаю. Ее посрали. Ей сказали... Просто сказали, что она во всем виновата. Не то, что ей не сказали, где камера, не то, что не сказали, чтобы надо подготовиться как-то, а просто сказали, ты херово проехалась на ватрушке, херово сфоткалась. Слушай, это еще так звучало все ровно, как будто все норм-норм, да, поработай над ошибками и... Так как она поработает над ошибками? Это нереально! Подожди, что это? Подожди, что она скажет сейчас? Мне сказали, что у меня была фотография хорошая. Ну, вполне хорошая, конечно, я там... у меня там ноги как у горшуна расползлись, там... Руки, тело немножко уже было такое скрюченное, потому что я вообще очень эмоциональный человек, и, ну, я сколько раз она это говорит? Переживала и готовила заранее, но при этом, понятное дело, что ты когда в бочке с водой уже едешь, в это ты там ничего не видишь, и точно, у меня уже там расползлось тело, все, у меня там уже эмоции, я не знаю, как какая-то Малефисента. Вот, но мне просто сказали, поднимайся наверх, собирай вещи. Я не поняла, в чем такое, в смысле собирай вещи. Ну вот, я же тебе про это говорю, что звучало все ровно, а потом ей говорят, ну все, иди нахрен. Может, они потом сделают, а мы вас перевозим в другой дом. Я просто не очень понимаю, типа, это физически нереально сделать все, что они хотят. Просто для вменяемого человека, вот, скорее всего, она более-менее вменяемая, да, она понимает, что в этой бочке, как они называют почему-то эту трубу, нереально сделать хорошую фотографию. Тупо потому, давай что посмотрим ты других. Вот так шаришься, типа. Давай посмотрим других. Да, родная, не волнуйся, они просто глупые. Ты серьезно или что? Я не понимаю. И оператор такой стоит, без эмоций. Да, такой. Столько стараний, а потом... Слезка так красиво стекла. А потом они не оправдываются. Все. Да, все, собирай чемодан, ты уходишь. Не сказали они, что ты уходишь, а тут он уже коверкает. Вот, не видишь? Смотри. Тебе не нравится? Все супер! Мне кажется, норм фотка. Нет? Ну, в плане, типа, я не знаю, как лучше. Давай посмотрим, потом прокомментируем. Не, ну, говори свои. Мне конечно. Что не нравится? Мне все не нравится. Вот и нам не нравится, честно говоря. Очень странная поза. Непонятно, откуда конечности. Вырастают. Хочется на монтаже сделать какую-нибудь срущую собаку туда, типа. А второй раз сработала, но ничего не сложилось. Мы можем показать тебе твой первый кадр, он на самом деле не лучший. Давай. Такая мерзкая, такая мерзкая. Но Джулио Кравец мерзже. Не знаю, вот, не нравится, это еще хуже, потому что ты от нее не знаешь, что ожидать. Она прям такая спокойная, но таким со спокойным тоном и с улыбкой говорит, первая фотография вообще-то еще хуже. Ужасно. Ты думаешь, могла бы ли она и ухо у нее торчит из-под лобы. Почему? А почему у тебя не получилось сделать удачного кадра? Вот ты не знала, где камера, но ты же могла сразу... Да, понятно, что наверное... Что могла сразу? Я не знаю. Отработать. Боже, бедный чел этот, который снимается. Его в заложниках, его семью в заложниках держат. Рыбасу. В непонятных условиях, экстремальных, можно сказать. То, что получилось, то и получилось. Ну ты понимаешь, что тебе в этом случае надо было сразу занять какую-то одну удобную позицию, ее отработать на первом съезде. Не балдеть, не кричать в горке, да, и не наслаждаться. Она невменяемая. Понимать, что ты должна сделать удачный кадр. И вот весь свой первый проезд ты должна выбрать удачную позу, в которой ты можешь проехать всю горку. Так как ты не поняла, где удачную позу в горке, где вот так тебя сразу валит.
Да все, тихо, дай досмотреть. Уверенно и ехать так по этой горке. Что, наверное, мы отправляем ее в комнату ожидания. Собирай пока чемодан и жди, наверное, каких-то результатов. Да, все верно. Собирай чемодан и Вот, что? Они всем говорят собирать чемодан. Что это значит? Очень странно. Ну это не значит, что их выгоняют. Так что это значит? Ну, короче, есть такая фишка, блин, в каком-то шоу тоже было, что не перевозят куда-то. Они всегда собирают чемоданы перед выгоном. Всегда собирают чемоданы. Все всегда собирают чемоданы перед выгоном. Для того, чтобы, типа, когда тебя выгоняют, ты такой, ок, ты просто приходишь, забираешь чемодан, тебе делают подсъем, как ты там садишься в тачку, уезжаешь, типа. И так, я знаю, что такое делают на шоу, но просто это обговаривается заранее, что вы всегда собираете чемоданы перед выгоном. То есть не на камеру это делать. Да, да, а здесь они именно на камеру говорят, типа, собирайте чемодан. Понятно, что они все думают, блин, меня выгоняют, это типа. Это странное ощущение, потому что, в принципе, я ожидала, что фотография вообще не получилась. Я ожидала, что там будет такое лицо и такая поза. Ой, это которая в театре закончила. Потому что, говорят, ты же должна была заранее подготовиться, у тебя было время. И, по сути, да, оно было. Не знаю, чем я была занята, я не помню вообще, что я там делала. Что вы вообще там делали все? Мы тоже не поняли. Видно, что ли, что, наверное, можно было сделать какую-то крутую фотографию. Ну все, давай дальше. Пожалуйста. С пультиком сидит, они еще на телеке это показывают. Привет. Здравствуйте. Ну вот твой шедевр. Мощно. Она выглядит прям типа как на всяких американских этих обложках, да, типа да. Такие растрепанные волосы, и она прям так смотрит. Мощная еще. Да, ну, мне кажется, если бы кто-то в фотошопе просто там убрал ей волосы или как-нибудь что-то сделал, не с лица, было бы классная фотка. Да, еще смотри, так рассекает ножкой водичку. Красиво. Мне больше вот эта поза нравится. Да. Ты понимаешь, что ты испортила съемку. Да. Ну, да. Классная фотка. А если бы тебя заплатили за эту рекламу? Я продала ожидания. И что бы ты делала? Ничего бы не делала. Ну ты понимаешь, что у тебя глаза закрыты? Они когда улыбаются, всегда закрыты глаза. Поэтому тут еще можно. Ну, в общем, все очень плохо. Что у меня глаза закрыты? Я ж могу так смеяться. Я согласен, что ты. Да. Они внушают ей, что плохо. Нет, а если объективно смотришь фотографию, мне нравится. Но тебе нравится фотография. Да, но с учетом задания, да, это лажа. А почему так получилось? Ты не отработала заранее свою позу. Пять шаров, цветочек и конфеты, может быть, да. А то, что я в купальнике, которым видно. Другие эмоции. Она сказала про то, что неподходящая реклама для детей. Кругу или вот такая вот, ничего другого. А это что за эмоция? Ну, мы все равно, что куда мы едем, мы просто едем. Все равно все будет очень плохо. Я понимаю, это отработанный на взгляд. И боже, вот чувак, вообще будет, кто? Что? Даже два слова, блядь, связать не может. Свой результат. Любой был не был плохой или хороший. Он плохой, ну, в следующий раз будет хороший. Если не будет следующего раза, ну, все, значит, это моя вина. И все. Мы тебя услышали, ты можешь идти и забирать чемоданы. Хорошо. Все, до свидания. Пока. До свидания. Четко, молодец. Здрасте. Да. Надо сказать, что разумеется. Допустим. Мне не понравилось то, что у меня была нормальная фотография. А кто сказал, что в аквапарку это только маленькие дети? Туда ходят и подростки, и взрослые люди, и молодежь. У меня нормальная фотография, нормальные купальники. Если бы я увидела такую фотографию, я бы полетела на такой парк. Я не знаю, что это. Ну окей, если смотреть парни, я запортовила все. Моя вина, ничего с этим не сделать. Ну, а тоже чемоданы собирать. Ну окей, соберу чемоданы, пойду домой, буду дома сидеть, смотреть на свою фотографию. Все классно. Меня все устраивает. Обожаю ее, она в моем сердечке просто. Так а что, эта девчонка уехала или что? Я не вижу. Можешь подойти поближе, если хочешь. Вот такие огромные глаза, она не видит. Так, все. О, Господи. Это безэмоциональная фотография, которая не завлечена. Поэтому сделай свои выводы. На следующий раз ты не должна быть в оправдании. Да,
Нет, и тут взрыв нет. Такой. Нет, смолчание, так что. Я поняла. Хорошо, ну главное, чтобы ты сделала выводы для следующих фотосессий. Да я какие? Я разочарована своей работой. Мне кажется, что я выполнила максимально. Ну, такое лицо не делать. Не показать... Хорошо, какие выводы можно сделать? Что я вот больше такое не... такое лицо не делала. Ну, понятно, что ты его не будешь делать, когда ты, блядь, не в трубе. Мы все смотрим. Ну ты мне не даешь сказать, почему ну, ты говоришь? Ты можешь сказать 3 секунды нет, говорить. Я ждала, пока вот хорошо, весь тот выпуск ничего не говорилось. Ну, да. Мне кажется, это просто из-за того, что я немножко не была готова к такому роду съемок, как в аквапарке. Поэтому так вот получилось, я ни разу в жизни не каталась с горок. Поэтому я думаю, это мне помешало. Ну я реально там так связан, не висели? Твою нет. Ну и слава богу. А что тут все очень плохо? Не, я просто, ну как бы животик, там такие щеки, вот такой взгляд, стоит, умирает. Ты все равно. Клёвая фотка, не знаю, тут эмоции же видно, все видно, чтобы... Как сказали это? Же, чтобы дети... Бои, да. Для белорусской рекламы сойдет. Для баннера. Херового качества. Было заинтересовать детей. Не впечатлит и не оставит в памяти. Нужно было с этой сватой и реально с шариком потом в трубу эту прыгать. Как может заинтересовать детей взрослая женщина в открытом купальнике, скатывающейся по горке? Чем? Сисями, писями? Да, ну маленьких детей они такие, молоко. Молоко. Рекламу я очень хочу детей туда завести. Бля, как ну, они вот выставили кадр и такие типа, да, хорошо, да, снимаем. Да. Вот чувак сидит так, блин, горб. У них три камеры, да, конек горбунок. Три камеры. В зале в комнату ожидания идти и ждать. И сказать слаживать вещи. Слаживай. Окей. Всех. Что это за... Ну что будем делать? О, блин, мой любимый вопрос. И что мы будем с этим делать? Этот человек автоматически перекладывает на тебя, что ты виноват, и что ты должен решить эту проблему, и что это вообще проблема, типа. И ты должен решить, что мы будем с этим делать? И ты должен еще ответом удовлетворить этого человека. Слишком глубоко копаешь, слишком. Блин, я не могу, если бы мне сказал, еще одна выдра, как ее зовут? Тоже Швабра. Там Джо это... Кравец номер 2, типа, ее сестренка? Ну, слушай, та Швабра, это выдра, все, договорились. Это реально выдра. Что мы будем с этим делать, блин? Ну, в принципе, на будущие фотосессии тут даже тут все не так. Понимаешь? Ну, блин, чувак мыкаще бесит. Отправиться за врачу. Ну, нет, тут Джул Кравец, мне некому поддакивать. В своей голове, в своем путаке. Это вспышка. И кто? Это был второй раз. Ну, вот смотри, результат, конечно, просто... У кого хороший мне было интересно? Я не понимаю, что ты улыбаешься. Я видела спойлер. Ужасная фотку, ту, которая с пирожком. Ты не справилась абсолютно с заданием. Ой, мне не понравилось, я недовольна собой. В следующий раз я буду ответственнее относиться к этой работе. У меня получается так получилось, что я еду, сморщила все лицо. А тебе надо только на какую книжку смотреть срочно. А это не показали ее фотки. По-моему, отлично. А нет, ну попозже. Видно, что в движении, в драйве, вот это такое эйфория, я бы сказала. Ну, вот это хорошее, вот это как-то сзади запоролось. Ну, немножко смягчило, допустим. У Маши чуть-чуть такое испуганное лицо, а у меня с перебором драйва чуть-чуть помягче. Приняла позу фэшн, зная задачу реклама для детей. Странно, да? Да, это была такая автоматическая реакция, сразу фото. Ага, окей. Фэшн фото. Фэшн поза. Это фэшн. Давай мы отправим в комнату ожидания. Не знаю. Папочка отставит. Даже будет пошло выглядеть, даже если хорошо для детей, я так думаю, и все равно купальник убивает все. Если они будут в купальнике, и даже если ты им дашь сахарную вату и бантики завяжешь, то будет выглядеть пошло, как будто для какого-то онлифанса, типа. Ну, это не... Для детей, причем он оговорился, он, типа, говорил про то, что, типа, вот если я должен увидеть, типа, повезти туда своих детей. Так это все-таки реклама для детей или для родителей с детьми, типа? Пойдут это на две разные, это две разных вещи. Ну, на сиси, это для, на сиси-писи. На сиси-писи, да. Хорошо. Четвертый выпуск, спасибо. Все еще сиси-писи.
Если честно, я ожидала чего-то более контрастного. Никто не смотрит. Либо лучше, но я имею в виду фотографию, которая получилась, либо конкретно хуже, а получилась средний. Это был, кстати, результат, который я считаю не очень. Потому что запоминается либо самое плохое, либо самое хорошее. А так, вполне неплохо. Практически задание исправилось, не совсем сконцентрировала, собственно, на что мне и указали при обсуждении. Но в целом я считаю, что хорошо. Я хочу сделать нарезку, где я говорю, что это невозможно сделать. Я не ухожу, улетаю, вылываю. Ох, подождите, я хочу посмотреть. Улетаю, такие два зубки такие. Такая милашка. Что? Объясни. Понятно, боясь воды. Я просто очень боюсь воды. Скоро питалась впервые в жизни. Ну как впервые? Был опыт в детстве, когда я чуть ли не утонула в Черном море. Вот. А убрали на черном фоне написали Света Лукаш едет в круге. Вместо этой фотографии. Она гораздо эффектнее сработает. Ты понимаешь, да? Это провал. Чемоданчик, если что, я заранее уже подготовила. Ну да, тебе нужно бы забыла подготовить, но ты должна, в принципе, отдавать себе отчет, что ты сейчас сидишь, смеешься, улыбаешься, но ты просто испортила съемку. Ну, конечно, да. Да, спасибо, я даже невозможно. Да, дальше. Есть, потому что ты уже понимаешь, да, что есть музыка такая негативная. Соответственно, тебе надо каким-то образом это подкреплять. Если ты говоришь, что ты лучше, значит, ты должен быть лучше. Как долго это? Я не успела собраться с мыслями, чтобы нормально не расстраиваться. Сделать эту фотографию. Буду стараться, если мне, конечно, дадут шанс. Как да, лучшая фотка. Да, да. Конечно, с большего Манявина. Прикольная фотка. Ты с ее развернула. Это что? Девочка, типа, нормально. Это мое недовольство к этой съемке. О, у тебя есть четко. Задача, да? Причем здесь твоя недовольство? Ты работаешь как модель. Хорошо. У тебя задача сняться для кадра. Я понимаю, но когда, еще раз говорю, я боюсь, вот как? Когда ты едешь в этом, просто в этой дыре и просто трясешься, чтобы просто тебя сейчас не вынесло, а еще как я мало вешаю, мне кажется, что меня сейчас вот так вот перекрутит. Можно я вклинюсь? Смотри. Мне кажется, с тобой будет достаточно сложно работать людям, потому что ты на своей волне. Абсолютно, ты не хочешь слышать никаких, не знаю, упреков, там, задач, или выполняешь просто на бум, что хоть и там, так скажем, выдворе. И другие советы мне не нужны. Работать моделью. Это прическа. Можешь выбирать чемодан. Если выбирать чемодан, это будет смешно. Это не смешно. Ну вот честно, не смешно. Да, я показала этот палец, но я показала этот палец, потому что моя корона царапает и так в потолке, я ее вообще не вижу. Ну покажите свое недовольство, покажите эмоции, которые вы хотите выразить. Ну я ненавижу эти горы, ну не могу я их не... Ну типа как? Это типа, если сломаю даже пальчик, ногтик, это у меня караул, потому что я повешу себя. Я не покажу, конечно, швы, у меня швы, меня порезали, для меня это ужасно. Для меня это было настоящее эмоции, я не играла, мне было весело, классно. Хорошо, что ты, в принципе, правильно поняла задачу и старалась там позировать, не знаю, какие-то стандартные непрошенные позы, да, которые не подходят. Что за слово? Вот. Но ты видишь, да, какие есть нюансы, да, которые... Да, я вижу. Непонятная нога какого-то другого человека. Боже, какой он колхозник, я не могу, это невозможно смотреть. Нет, не 100%, но процентов 70%. Какое ужасное качество, у нас качество лучше на телефон. Мы снимаем с телефона, у нас качество лучше, чем у них там. Говорили, что у них, наверное, плохие фотографии, они не поняли задание, но задание я поняла свои ошибки и... Думаю, все будет нормально. Все будет хорошо. Не то, что веселое, но я не считаю... Ой, там секси-шмекси сзади. Подожди, я хочу посмотреть большую фотку. Да все, ну... А ты веселая здесь? Ну да. То есть это эмоция... Ну не то, что веселое, но я не считаю, что это плохая фотография. Здесь только не хватает, на самом деле, задранного купания. Я считаю, что у меня вполне хорошая фотография. Для детей от 18, может, ты справилась. А что нужно было ехать и так это улыбаться там или что нужно было ехать? Как нужно было ехать?
Я все свои... Они настолько не показывают свою профессиональность перед этими девушками, что поэтому они так с ними разговаривают. Да, как с равными, грубо говоря. Да. А что? А то? Хочу, так и еду. Факт показала и вообще не боится. Да, сидят они вот так вот рядом, тоже непонятно. Человек в глаза не смотрит, вообще никакой серьезности не представляет. Так он прям вот так вот взгляд опускает, что-то типа, поэтому она так и говорит, а как мне надо было еще ехать? И с таким наездом еще на них. Как будто не они судьи. Заплатят. Мы показываем то, что я чувствую себя комфортно в этих условиях. И в этих неважно, то есть какие условия для меня находятся. То, что передо мной сидит человек, то, что я сижу неудобно, и то, что вода попадает везде, куда угодно. Своим лицом я показываю то, что мне здесь комфортно. И я тоже своими тоже. Ну, в общем, в целом, да, красиво, я вот подытожу, да, как бы ты можешь позировать, ты, да, или у тебя как бы восприятие, что это для детей должно быть так. Ты берешь чемоданчик и ждешь комнату. Я делаю, чтобы произвести какое-то... Макияж у нее отставили. Потому что потому что я в голове у себя там фантазировала, но, как оказалось, мои фотографии слишком много. Блин, не все так по-другому выглядят при солнечном свете, при другой съемке, нежели в этом подвале. Абсолютно. Я детского... Я согласна полностью. Она такая, я приду тебе к во снах. Домашний фотоальбом, да, который там, не знаю, откуда-то. Я не могу это смотреть. Ну хватит! Может, там что было? Интересно на это посмотреть, и они захотели прийти в аквапарк. Окей, без проблем. Но почему нет? Я сидела, и фотографии видели. В общем, спасибо. Это было интересно. Мне сказали собирать чемодан. Сидеть ждать результат. Они настолько тупые. Я вот не понимаю одного. Типа, им всем говорят, собирайте чемоданы. Ладно, первая. Да. Ладно, вторая, возможно. Третья, ну, максимум. Но когда их сидят уже 10 человек в комнате, и каждый сказали, соберите чемодан, и потом уже говорят, ну, ожидайте вердикта. И они, каждый выходит, ну, ладно, чемодан, вокзал, все, поехала. Типа, реально? И такая. Вот такая. Да, вот такая. Очень странные эмоции, непонятные... Уходить, конечно, не хочется, но если... Здесь кормят бесплатно. Опять же, сидят 10 девчонок, и у всех херовые фотки, и всем сказали, что они чмошницы. Ах, уходить, конечно, не хочется, ты нормальная, 10 так человек они, блин, сидит еще. Так они понимают, что это пальцем в небо будет какой-нибудь выбор, потому что нет объективности в их словах. Так я бы такая, вот как та сказала Ева это, или как ее, Эва? Джоэловна, короче, такая типа говорит, я самая пиздатая тут. Вот она. И все. Боже, когда конец? Я не могу. Я расстроюсь. Кто это вообще? Мне вполне нормально фотка. Я миленько сижу. А, это эта, которая руки гнутся. А, ну я ебалка, я зовут. Она просто тогда с распущенными будем называть ее руки гнутся. Руки гнутся, да. Буду драться. Я готова. Боже, я готова. Меня уже саму бесит эта херня. Каждый раз говоришь, что так аквапарк для детей. Нахрена вы это сделали? Я не могу, надо просто нарезку, где они говорят, это для детей, и нарезку, где мы типа говорим, это невозможно. Ты какая? Ну, и пусть так будет. Чисто визуально мне все прекрасно, мне все нравится. Качество только дерьмовое, согласна. А, то есть ты рассчитывала на хуже, поэтому тебе нравится. Да. Выдрос, завали ебало. Я реально, я начинаю уже злиться, блин. Это одно. А выполнять поставленную задачу, это совершенно другое. Или как бы важно понять. Чувак, протрезвее, она смотрит на него и думает, чувак, похмелись. Так, фуфырик достает. Фуфырик, ты фуфырик. Я не могу, у меня сейчас начнется синдром Туретта, типа, или когда ты выкрикиваешь просто рандомные слова. Видишь, я говорю, надо подмотать немножко, я уже не могу. Ну, как бы, что они мне сказали, там что-то плохое, лицо кирпичом, ну... Я показала все кирпичом. Я не воспринимаю это как визит, я воспринимаю это как напутствие на будущее. О, бля! Я отношусь, и я даже рада, что мне дают какие-то замечания.
благодаря которым я потом буду исправляться. Ну, это, блин, все нормально. Пожалуйста, макните. Реклама. Модератор. Для детей. Они тупые. Они тупые просто. Я хочу еще раз. Напоминаю задачу. Реклама аквапарка для детей. И что, и что? Отличная фотография, отличная. Она ж рогатку здесь не расставляла. Она прям... А чё, может, не видит? Слушай, как он смотрит. Это лицо. Как можно сняться в купальнике? Все уже, эти вот. Я не понимаю. Нормальная фотка, кстати. Фотка вот классная у этой Джойловны и вот у этой девчонки. Самые крутые фотки. Ну? Выдра. Да она и завидует просто, ребята. Бля, так мы вон микрофон херачим. В принципе, все понятно, но действительно, это как бы... Мне нравится, как у нас сзади этот фонарик. Смотри, прикольно. Одна из хороших, да, каких-то там подач, да, хотя бы, да? Плохо. Тоже еще энергия-то. Она на него смотрит, думает, что ты говоришь, чувак? Мало вот это, но надо. Смешно было, она такая в конце. Ага, я поняла. А вы кто? Вообще, или она сказала, такая, чё, бля? Чё? Показать эмоции, прям максимально скрутить рожи, руки. Ну вот, скажи. Ну вот, ладно. Вообще, я не спросила, у тебя были какие-то мысли, чтобы сделать... Где первая девчонка? Какая первая? Ну, которую типа сказали. Она уехала, наверное. И такие, ну ладно. Показать эмоции. Не успела она сделать вот так. Ну, смотри, у нее мороженое хотя бы на купальнике. Парка для детей. Я не устану это повторять. Нам нужна такая нарезка. Я не могу. Не, они тупые. Ну, такая, да, целая. У меня ощущение, что тебя тошнит. Блять, меня тошнит от тебя, выдра, ты тупая. Неужели так сложно понять, что нельзя сделать рекламу аквапарка для детей, сука, в купальнике девушкам, которые одеты в раздельный купальник, а ты, выдра, сидишь, ну, какую эмоцию ты показал? Ты считаешь, это хорошая фотка? Ты, блядь, сама попробуй сделать эту фотку, господи, какая тупая. Так получилось, там было все очень быстро. Еще бабка придет снизу. Да, да. А так потом улыбнулась и поздно было. Давай мне дальше фотографии, согласна. Почему? Ну потому что не видно эмоции на ней. Там ты либо улыбаешься все время. Ножка, у тебя кадр за человека, которого укачала. Смешного это нет. Буду звать на какие-то проекты. У них свет от окошка. Действительно, подстраиваешься под объектив, под камеру. Ну, руками, губами руки. Скажи, что получил. Вот не все забывают. Эмоции неподдельные. Радость, удивление. Ну, как надо сделать фото. Из рук получилось. Для детей. Мне нравится, почему-то... Для детей. Почему-то импонирует вот эта вот девчонка. Она такая какая-то... То есть у тебя одинаковая поза на двух фотографиях. То есть ты молодец, ты, в принципе, продумала. Но другой момент, что ты не до конца ее продумала. То есть ты видишь, да, что со стороны. Пожалуйста, модератор. Выполнить поставленную задачу. Я с ней справилась. Женская солидарность. Ты просто сказала, что там что она развелась или что. Или это поля не уверена в себе. И ты такая, кто? Куда ты это увидела? Когда она говорила на этом, на кастинге, я, в отличие от нее, смотрела. Я же не помню. На первом кастинге была? Ну, только... Что я могу сказать? Я очень надеюсь, что я сейчас приеду домой, после того, как соберусь. Могло быть и хуже. Могло быть, точно. Давай, повторяю задание. Помнишь, какая задача была? Чтобы дети захотели... Не-не-не, дай ему сказать. Была максимально креативная, эмоциональная фотография, веселая. Хорошо. А что ты хотела здесь изобразить? Лучше подстриг волосы, он неравномерно подстрижен, успеет. Это невозможно смотреть, реально, я не могу прям, я просто не могу. Это прям духота. Уберите руки, модератор. Я думаю, что я хочу таких ошибок повторять не буду. Не бей. Я хочу увидеть.
Юлиан, да, все, пожалуйста. Ну вот. Мама с дочкой. Что там? Это первый спуск, второй не очень. А почему? А что? Ничего, там все хорошо, вот, у вас дети. Быстренько ты перестроилась, да? То есть ты считаешь, что тебе достаточно эмоций? Я хочу, чтобы они сказали, какая хорошая фотография у кого. Да. Такая некомфортная обстановка там, блин, мне так не нравится, я прям чувствую, как там некомфортно. Согласен, позитивная. Ой, подождите. Ну, она позитивная. Ну, да, не, да, такая, позитивная. Такая. Это вообще какая-то обычная. Кто это вообще? Фотография. Рафальская. О, Рафальская. О, Рафальская, глаза в пол. Ага, да, да, да. То, типа, я говорю вам, да, типа, а, да. Ля-ля. Я сама начинаю мотать. Руки, дай модератору. С закрытыми глазами. Не, ну в этом есть, конечно, свой... Все ножки вытягивают, красотки. Но я бы хотела тебя услышать, почему у тебя так получилось. Блин, я вот сегодня оделась так, типа, по-гавайски. Такая, думаю, будет веселый выпуск, там про аквапарк. Думаю, я приоденусь, такая буду веселенькая, буду смотреть фоточки и обсуждать фотографии. Обсуждать нечего. Какая была задача? Для детей. Все. Капец. Я боюсь, даже я в обычной одежде не смогу сфоткаться так, чтобы это можно было привлечь детей в аквапарк. Что мороженка будет в животе. Люди понимают, что вот вы приходите в аквапарк, вы будете заряжаться каким-то позитивом. Я, например, могу сказать, что не на обеих фотографиях. Вот на этой фотографии закрытые глаза не оправданы. Она пересмотрела просто все. Потому что... Наконец-то. Нет, почему нет? И в куртках сидят в помещении. В куртках. Кукрин. Карл. У них даже, они даже как-то не потрудились какой-то, что ли там, какой-нибудь зал, бля, я не знаю, снять, да, ну или что. Чтобы сделать вот этот выгон, типа, знаешь, они просто да, сидят в них просто захочешь деньги на аренду того стрипушника. Но на самом деле мы, конечно, ожидали большего от вас. Есть хорошие фотографии, но просто хорошие. Смотри, в конвертиках. Полностью выполнить задание не получилось, к сожалению, ни у кого. Наше решение. Сейчас давай. Каждый из вас получит свой конверт, и потом все вместе... Я знаю, что ты выполнила. Короче, в детстве, когда в детстве ты пытаешься пародировать вот это все, и ты такой, типа, игрушки там стоят, и ты такой, а сейчас я скажу, кто из вас самая хорошая игрушка, типа, знаешь, и такое вот, я сделал свое шоу. С ебанцой. Да-да-да. А мне это, знаешь, ты напомнила, как там вот после H2O этого сериала все начали снимать. Что? Растерлось я это. То есть, что все начали снимать, типа, как пародии, особенно дети, типа, они такие, там, знаешь, вода, вот этот кадр, о, нет, все, я русалка, вот это такая же съёмка. Она просто, она ещё, типа, такая неуверенная, она такая, я придумала свое шоу, я, типа, ведущая, и мне надо быть, типа, строгой. Валентина Пухова. И как там просто... конверт в тюрягу, типа, знаешь, где, реально, как сейчас пишут. Реально конвертики обычные. И там штампик такой, типа, там в СИЗО. Давай, короче, промотаем просто до конца. Потому что даже, даже интриги нет. Он просто раздает каким-то это людям. Они некоторые люди этого заслуживают. Что? Они деткам. Еще. Мне очень стыдно, что деткам показывали какие-то жесткости. Они деткам. Они деткам можно, они некоторые люди этого заслуживают. Какие именно? Те, которые недобросовестно относятся к... парку, как и я, которые не любят его. Ну а что сделать? Ну... Чего они выражают свои отношения к воде. Спасибо, все. Катя Варакса. Так, знаешь, что еще делают учителя, когда сидят и такие, типа, тоже что-то в школке раздавали, садись. Типа, да, все, садись, свободен. Вот да. Она сидит вот как училка, с такой интонацией. Куртках, я не могу, помещение, в куртках. Какой, в шапках вон кто-то. Шапка. Это чисто конец учебного года, раздают дневники. Типа обратно. Стратки. Тетрадки. Стратки. Стратки. В обычных этих каких-то лоховских конвертах. А что в конвертах? Вот эта фотография маленькая с аквапарком. Да, да. Такой бред. Марина Федорцова. У них прям денег вообще не было, походу. Инна Кадалинская.
Блять, реально, они что, 5 минут будут раздавать конверты? Быстро. Когда там уже чат рулетка? Ну там еще 3 конвертика лежат. Вероника Макаревич. О боже, подсняли, подсняли ее. Анастасия Рафальская. Рафальская. Кто ты, женщина? Как будто всех заставили. Вы можете открыть свои конверты и узнать вашу дальнейшую судьбу на проекте. А, это еще интрига? О, это еще не было интриги. На самом деле решили, что Анастасии нужно развиваться дальше вне проекта, так как у нее уже есть опыт работы. Она покидает наш проект и уезжает работать в Китай. Она уезжает работать в рабство. Переведу на обычный язык. Типа мы ее как бы кикаем, но как бы типа. Но надо куда-то слушай, ее а пристроить. Потом после вот этого дня, вот через час, если мы такая, что куда, как ехать? Они такие, ну там этот. Дальше. Но в Китае жестко, там реально рабство какое-то. Ну да, я знаю, что модельный бизнес жесткий. Ну давай, и что? Что за бред? А мы тоже с вами. А ты знаешь, что там типа не гарантируют работу вот так? То есть она уезжает, это типа агентство занимается, но это не гарантированно, ее берут сразу на фотосессии. Ты приезжаешь в Китай, просто живешь там, тебе выплачивают какую-то минималку, хорошо, типа бабла. Ну, минимально, ты можешь только вот есть по-бичевски, типа, и жить где-то. И короче, и ты просто ходишь сам на кастинги. То есть тебе просто, ну, твое агентство просто говорит, йоу, сегодня ты можешь сходить на 3 кастинга. Mm. Ты идешь туда и пробуешься. Либо тебе говорят, что ты говно, либо берут тебя, и все. Прикол. По сути, тебе не гарантируют, что ты найдешь там что-то. Прикол. А я? Ой, сори. Из этого отеля жить в другой дом. Потому что нас выгнали. Поэтому мы... Потому что мы разлили кефир. Нас выгнали, да. Садимся в наши автомобили и... Такси. Убер... Неизвестное направление. Неизвестное. Их больше никто не видел. Боже, кин... О, батраки. На Волге. Дом. Белла. С кучей прокладок. С кучей... Пакет с прокладками каждый. Кто-то опять на диване. Курица. Петруха. Nestle. Спонсоры. Вот это типа же спонсоры получается. Да, просто... Курочка, Белла и эти фитнес-кашки. И они на каждую уделили 5 секунд. Да, это даже не 5 секунд, что у них должны, значит, были быть спонсоры. Угу. Значит, должны были быть деньги. А, ну да, да. И раз и у них рекламу вот эту взяли. Что за бред вообще? Типа, почему так херово тогда? Может, на эти деньги они в дом заехали? А где этот дом, интересно? Кстати, реально, они, наверное, платили какую-то просто аренду, и все, и на это только вот закончилось. На это вот только закончилось. Это как мужик, блядь, разговаривает. Гречку живут, сидят. На стекле, на зеркальном стене. О, Чичипалова. Чичипалова, говорит. О, Чичипалова интересно посмотреть. Бля, короче, ни о чем. Какой бред вообще полный.